И к новостям спортивным. В муниципальном доме шахмат имени Анатолия Карпова прошел первый этап детского Кубка Дагестана по шахматам «Мемориал Кадыра Исмаилова». Победители и призеры соревнований определились по швейцарской системе в 6 туров среди 180 участников. В 4 возрастных группах среди юношей от 9 до 15 лет лучшими стали махачкалинцы Ильяс Гирейханов, Курбан Гаджиджапаров, Магомед Салам Абдурахманов и Абдул Нурачев из Дербента. Каспичанки Екатерина Разуваева и Ариана Шихалиева, а также Мария Магомедова и Джамиля Камаева из Махачкалы первенствовали в состязаниях среди девочек. Всего же в рамках Кубка Дагестана по шахматам среди детей планируется провести 5 этапов в различных городах и районах республики. В Каспийске, в Избербаше, в Хасавюрте и в Буглине. Напомню, что по итогам всех этапов Кубка Дагестана 8 лучшим шахматистам в своих возрастных группах предусмотрены гранты от Федерации шахмат Республики Дагестан.